электромобиль Lightyear One из Нидерландов — это детище бывших студентов технического университета Эйндховена, которые трудятся над проектом уже 3 года и только что представили ходовой прототип. Крупный автомобиль сравним по габаритам с Audi A7. Характерные обводы кузова с плавно не испадающей крышей и скрытыми задними арками намекают на особую аэродинамическую эффективность, но точный коэффициент не назван. Зато известен объем багажника и разгон с места до сотни — около 10 секунд. Комплект литиево-ионных батарей сочетается со встроенными в капот и крышу солнечными панелями. Отсюда и невиданный запас хода — 725 километров. На каждое колесо приходится по электромотору, но мощность их пока держится в секрете, как и емкость батарей. Создатели рассчитывают, что владельцам из южных регионов солнце подарит до 20 тысяч дополнительных и бесплатных километров в год. И на чисто солнечном электричестве Lightyear сможет разгоняться до 15-20 км в час. Пластик в отделке салона используется только на рулевой колонке, а все панели обтянуты натуральной тканью. На центральном тоннеле настоящее дерево. Выпуск серийных машин в Голландии начнется через 2 года. Первые 100 экземпляров из 500 заявленных уже зарезервированы, несмотря на изрядную для стартапа цену. Министерство транспорта готовит индексацию тарифа системы «Платон», которая собирает плату с грузовиков тяжелее 12 тонн за проезд по федеральным трассам. С 1 июля тариф подорожает на 14 копеек. Дальнейшие повышения намечены на 1 февраля каждого года. Полного размера накопленной инфляции планируют достичь через 3 года.